Добрий вечір. В ефірі телекомпанії «Міста Вайк». Завжди в цей час. Програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Валерій Вєтров, представник громадської ради при Державній регуляторній службі України. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Валерий Евгеньевич, рады приветствовать вас в нашей студии. Есть, собственно, несколько тем, которые хотелось бы проговорить. Но, собственно, вот начнем, наверное, вот с чего. Прямо вот сейчас, пока мы с вами записываемся, вот, собственно, в этот момент, буквально через дорогу от нас, проходит сессия Николаевского областного совета. Это первая сессия, там все очень непросто и даже местами драматично. Завтра ожидаем сессию Николаевского городского совета. Допускаем, что и там, ну, вроде бы первая сессия, депутаты просто должны принять присягу. Ну, посмотрим, как все это будет, собственно, как будет. Я, собственно, к чему веду. Вы один из тех, кто вот непосредственно в ходе избирательной кампании, вот этой осенней, которую мы пережили, вел достаточно активный диалог с кандидатами. Собственно, они слушали представителей бизнеса, брали на себя определенные обязательства, подписывали меморандумы. А теперь, собственно, что с этим дальше? Закончилась избирательная кампания, все, либо бизнес будет требовать выполнения того, что, собственно, на себя брали наши избранники. Да. Извините за эту тавтологию. Да. Ну, безусловно, самое интересное начнется сейчас. Интересное в том плане, что мы сегодня будем активно работать для того, чтобы те обязательства, которые брали на себя политические партии, они выполняли, работали вместе с нами. Если говорить о нас, о коалиции бизнеса, общественных советах, то мы готовы уже сегодня. У нас уже готов пакет документов, это и поручение городского головы, это и проекты распоряжений, это и проекты изменений в решении. То есть фактически хотя бы пакет организационный у нас готов. И мы готовы уже вот с первых дней начать работать. То есть времени абсолютно нет. То есть мы готовы сейчас уже включиться в этот процесс. Ну, прежде всего мы определили, когда встречались, формат коммуникации. Первое, мы договорились о том, что мы с депутатскими фракциями, представители их в городском совете, мы будем встречаться ежеквартально. Возможно, это будет происходить в режиме онлайн, но это нужно для того, чтобы мы четко по каждому направлению, которое мы определили, работали, предлагали проекты и дальше контролировали их исполнение. Второе, мы договорились о том, что вот сейчас формирование исполкома. Мы тоже говорили о том, что кандидат от общественных советов должен войти в члены исполкома. Это не значит, что это человек, как обычно, кто говорит, я от предпринимателя и заходит. У нас вот в пятницу должно пройти обсуждение. И должен быть делегирован человек, который должен быть поддержан всеми общественными советами. Его задача будет не просто присутствовать на исполкомах, а брать проекты решений, которые касаются регулирования бизнеса, обсуждать их с отраслями, и уже говорить консолидированную позицию бизнеса. Если необходимо, то на этих заседаниях исполкома будут приглашаться, допустим, представители отраслей для того, чтобы высказать свою позицию. Следующий вопрос – это аппаратные совещания. Но они и были в прежнюю каденцию, когда раз в месяц на аппаратных совещаниях встречались, в общем-то, приходили представители общественных организаций, представители отраслевых советов, и мы говорили проблемные вопросы, поднимали, критиковали иногда власть, но на следующем уже аппаратном мы смотрели, как выполняются поручения, которые давал мэр. Кроме этого, мы договорились о том, что мы бы хотели поучаствовать в обсуждении назначения тех замов, которые, опять же, касаются вопроса регулирования предпринимательской деятельности. Мы хотели встретиться, задать вопросы, поговорить, и пусть будет наше мнение. Это вопрос местной власти, прислушиваться или нет, но мы хотели бы высказать, потому что у нас очень много возникало ситуаций, когда мы получали поддержку там, городского совета, поддержку мэра, но замы нам стопорили вопросы, и фактически у нас дальше никуда это не двигалось. Также мы подписывали в соглашении такую норму, что ежегодная оценка и аттестация должностных лиц тоже должна происходить с участием представителей населения, с представителей отраслей. Вот это те форматы, которые были как бы обсуждены, они были подписаны. Теперь, что касается вопросов, которые не требуют отлагательств. Прежде всего, это разработка антикризисных мероприятий для поддержки нашего местного бизнеса. То есть сегодня, ну, ситуация достаточно критическая. И при том, что когда начался карантин, мы много общались, и было определено,
много вещей, каких-то льгот, каких-то мероприятий, прошлый созыв ничего из этого не сделал. Мы об этом говорили, но этого не было. Поэтому сегодня мы планируем провести встречи с бизнесом, скорее всего, это тоже сегодня будет в режиме онлайн, где мы определим те мероприятия, которые могут поддержать все-таки наш местный бизнес. Второй вопрос очень важный, который был на втором месте, это порядок рассмотрения на сессии земельных вопросов. Это тот бич, который был у всех. И мы обсуждали, что ситуация, которая складывалась все эти годы, она заключалась в чем? Что люди сдавали документы, потом они попадали куда-то на комиссию, на комиссии они там, комиссия брала на изучение, и вот они годами тянулись. Это противоречит двум законам, разрешительной системе и админуслугам, которые определяют, что документы должны подаваться в срок, там есть 30 дней, даже если это сессия, и должен быть всегда аргументированный отказ, там есть основания отказа. То есть ситуации, когда просто они голосуют за вопрос, по непонятным, их вообще не должно быть. Поэтому сейчас, когда будет разрабатываться новый регламент городского совета, мы хотели бы тоже, мы обсуждали для того, чтобы эти нормы предусмотреть, чтобы исключить вот эту проблему, которая тянулась годами. Следующая тема, достаточно тоже важная, это антикоррупционные мероприятия. То есть мы в прошлую каденцию мы пытались внедрить антикоррупционную программу, которая предполагала какие-то меры, именно предусматривающие, предопределяющие вопросы, где возникает коррупция. Прежде всего, это антикоррупционная экспертиза всех решений, которые касаются именно вот этих вот вопросов с предпринимателями. Дело в том, что Минюстом разработана методика, и органы власти обязательно ее проводят. То, что касается органов местного самоуправления, она рекомендательная. Но в принципе ее можно использовать, ну, скажем так, те проекты, которые готовятся и они касаются такого общего регулирования бизнеса, они должны проходить через эту антикоррупционную экспертизу. Но очень важно, чтобы когда она проводится, это было не просто анализ с чиновниками, а мы сегодня рассматриваем варианты для того, чтобы все эти решения в этом участвовали тоже отрасли бизнеса, для того, чтобы они все-таки сказали свое мнение и исключили те коррупционные риски. Вопрос тендеров. Мы прошли вот всю вот эту избирательную кампанию, и очень много было критики именно относительно тендеров. Как используются деньги, как проводятся тендера, тем или тем дают. Когда мы встречались с Александром Федоровичем Сенкевичем, тоже в эфире, мы говорили, что сегодня большое недоверие населения вообще вот к тому, как распределяются деньги. И сегодня прежде всего нужна такая информационная просветительная программа, которая объяснит, как, что, куда расходуется. Кроме того, ну, если говорить о тендерах, они четко регулируются законом по публичной закупивле, но там есть такой нюанс, как предприниматели считают лазейкой, это тендерная документация. Когда готовится тендерная документация, предприниматели считают, что можно ее разрабатывать под конкретного субъекта. И вот здесь мы хотим, в общем-то, посмотреть, каким образом можно исключить вот эти коррупционные риски. Возможно, это какое-то обсуждение на основании подготовки проекта. Ну, то есть надо искать выход. Ну, все, когда мы встречались, политические партии, они это поддерживали, они считают это правильно. Вот сейчас, как бы, вопрос все это изучить. Работа ЦНАПа. Это тоже вопрос, от которого зависит бизнес. Я 2 дня назад смотрел ваш эфир с исполняющим обязанности Сухариком, где вы говорили про ЦНАП, про его работу, про планы. Ну, я могу сказать, что, на мой взгляд, вы достаточно мягко так вот говорили о том, что есть оппоненты Александра Федоровича, которые все время меняли вину. Ситуация значительно сложнее. На самом деле, это не только оппоненты. Действительно, ЦНАП... Нет, я прошу прощения, я имел в виду, что, собственно, вот только что закончилась избирательная кампания, да. Тема ЦНАПа, там поднималась оппонент. То есть вот, я слушал. То есть, на самом деле, ЦНАП... Как говорится, вполне понятно, били по больному. Да, Это политическая борьба. Я вам хочу сказать, что когда мы... Какие проблемы в ЦНАПе вы видите? Да, я сейчас скажу. То есть, когда мы... Мы пригласим любого руководителя органа власти, он всегда скажет о том, что делается, сколько предпринимается усилий, что получается, что не получается. Но в основном все нормально. А проблема, если какая-то возникает, ну это вопрос законодательства, это вопрос еще кого-то. То есть
Примерно ответы одинаковые. На самом деле, для того, чтобы понимать истинную проблему, опять же, нужна вот эта обратная связь. Вот когда мы с вами пройдем этот путь от начала до конца, мы поймем с вами, когда мы столкнемся, мы поймем, в чем действительно проблемы и где нужно каким-то образом менять. Вы помните, что когда-то инициатором первого ЦНАПа в Украине был я, и мы очень много тратили на это усилий. Вместе с Александрой Кужель мы 5 лет лоббировали этот закон, потом мы создавали эти ЦНАПы, и, безусловно, я не могу на сегодняшний день быть, скажем так, со стороны наблюдать о том, как он работает. Я могу сказать, что наш Николаевский ЦНАП, это 20% он решает тех проблем, ради которых он создавался. То есть, в чем основные проблемы? Ну вот, говорили о том, что сегодня нужно, допустим, перевести в электронный формат. Это действительно так. Многие услуги должны быть в электронном формате. Но вы знаете, вот я, у меня есть такое хобби, я по утрам занимаюсь спортом на набережной. Я обычно бываю там в 7 часов. И там стоит очередь людей всегда рано утром, не от хорошей жизни они там стоят. И очень часто там встречаются люди, которые меня знают. И мне приходится с ними общаться. И вот когда я им задаю вопрос, есть же электронная очередь, они говорят, что на самом деле записаться можно в эту электронную очередь только утром. Потом сложно попасть. Кроме того, это за 2 недели. И они вынуждены приезжать, стоять в очередях. То есть люди, которые проходят эту услугу, они понимают, они говорят о том, что действительно не так все прекрасно в этом королевстве. Вторая принципиальная проблема, о которой я все время говорю, то есть когда мы создавали ЦНАП, когда мы принимали закон о разрешительной системе, позже о админуслугах, основная идеология была ЦНАПа не в том, чтобы существовала новая структура, а в том, чтобы вот этот ЦНАП и вот этот институт администраторов обеспечивал внедрение и реализацию реформ по разрешительной системе. Сегодня люди, которые работают в ЦНАПе, в большинстве случаев, они себя чувствуют такими почтальонами. Мы пришли, сдали им документы, они передали. Там документы долго не выдаются, либо дали необоснованный отказ, либо потребовали дополнительные документы, они за это не отвечают. Вот такая политика у них. А это неправильно, потому что по закону, даже сегодня мы приняли отдельный закон, по которому администраторы должны составлять административные протоколы на тех чиновников, которые не выполняют вот эти требования. Сегодня требуются многие документы, которые не имеют права требовать. Это по разным нормам. И вот сегодня ситуация вылетела таким образом. Когда мы на аппаратных еще весной задавали вопросы, почему вы не составляете протоколы, Сухариков нам отвечал, ну вот сейчас карантин, мы не можем делать. Тут же вставал представитель центрального района, мы составили обмен протоколы на граждан, на тех и других. То есть сегодня отсутствует вообще какой-то контроль за этим процессом. Поэтому судить о том, как сегодня работает ЦНАП, нужно не просто из публичных выступлений, а необходим постоянный мониторинг. Поэтому наше предложение, которое мы тоже оговаривали с теми кандидатами, которые приходили, мы предлагаем сегодня одно из поручений. Оно предполагает, чтобы были представители фракций, которые близки к этой теме, создали группу. И мы вместе начали анализировать и разбираться с этой проблемой. Я думаю, что мы предложим такой общественный, постоянно действующий мониторинг, как-то это сделаем в электронном виде, для того, чтобы мы постоянно оперативно получали информацию о том, какие проблемы возникают. То есть сегодня нужна обратная связь для того, чтобы все-таки не происходили ситуации, которые возникают. Потому что, вы же понимаете, мы сдаем документы, особенно касается земельных архитектурных дел, вот мне каждый день звонят, нам отказали идти там разбираться с архитектором или что-то, человек не может. То есть сегодня есть реформа, есть 2 закона, которые определяют, это должно быть работать. Кстати говоря, мы в такие же внесли предложения и областной власти сегодня проекты распоряжений. Первое предполагает распоряжение, это о проведении систематических встреч с бизнесом в городах и районах области для того, чтобы все-таки вот это была обратная связь и понимать, что, как нужно спасать бизнес. Второе распоряжение о дерегуляции. И третье, это тоже вот эта антикоррупционная экспертиза, которая должна просто исключить вот эти все варианты. Но, безусловно, это станет возможным и будет это эффективно от того, насколько заинтересованы люди, которые пришли во власть это делать. Второе, если будет активность населения участвовать в этой работе.
Не знаю, может быть, ремарка на полях. Так не нужен специальный мониторинг работы ЦНАПа. Будете выходить, собственно... Каждое утро. Каждое утро. Оп, а очередь исчезла. Значит, заработал. Возможно, да. Я, собственно, к чему веду. Есть ли в Украине примеры, что ЦНАП работает безусловно, полноценно? Есть. Вот, условно говоря, можно прийти и сказать, товарищ Сухарников, вон, посмотрите, Винница. Найдите там, там ни одного человека в очереди нет. Там все работает как механизм. Ну, условно. Есть. Да? Вот есть такие примеры? Есть. Так не надо ничего придумывать. Если это работает, берите эту модель и реализовывайте. Значит, миллион поездок Лазарева, миллион общений по этому вопросу происходило в процессе всех этих. Они ездили, они изучали где угодно. Но на самом деле, в свое время, когда мы создали первый разрешительный центр, да, вся Украина приезжала к нам. Почему ну, это не... Тогда, просто... объем, тогда объем работы, который выполнялся, был... Нет, дело не в объеме. Я помню, тогда стоял вопрос. Нет. Давайте сделаем единое окно, чтобы человек вот не бегал по всем Правильно. Службам, а принес и потом из этого я окна Я вам хочу забрал. Сказать, что я признаю и свою вину. На самом деле, моя проблема и вина в том, что я не смог подготовить себе преемников. Людей, которые бы остались работать в СНАПе и заниматься и регуляторной службой. К сожалению... Те люди, с которыми я работал и планировал, что они дальше будут продолжать, к сожалению, после какого-то времени в политике они ушли совсем в другие направления. Но это не только моя проблема, это проблема многих ситуаций из нашей, когда возникают. Но вот так, смотрите, как Валерий. Есть. Я же говорю, что сегодня единственный выход – это мониторить ситуацию, получать обратную связь и разбираться, что нужно делать. Вообще, наша цель окончательная – мы должны перевести все услуги и общение в цифровой формат. Мы не должны никуда ходить, они должны сдаваться. И, кстати говоря, есть закон, который касается вот этой цифровизации Минцифры, об этом даже президент заявлял, это в следующем сентябре бумажных носителей не должно быть. Но проблема заключается в чем? Опять же я говорю, у нас есть законы, которые они определяют многие вещи, но они не выполняются. Поэтому если сегодня мы не направим усилия, то, безусловно, они у нас работать не будут. Меня что смутило, собственно, в вашем ответе, что у вас по ряду пунктов звучит, что вот надо встречаться, надо разрабатывать перечень мероприятий. А ведь времени на самом деле нет, как мне кажется. Если есть уже организованный бизнес, есть активные люди, которые уже объединились, так, условно говоря, завтра сессия городского совета, уже послезавтра, вы должны прийти и сказать, товарищи, вот перечень мероприятий. Все это есть. В понедельник мы должны встретиться с Александром Федоровичем, мы уже даем. У нас проекты, 7 проектов поручений, 3 проекта распоряжения, вот, 2 уже в некоторых партиях модели. У нас это есть. Но вы должны, смотрите, вы должны понимать такую вещь. Поручение, распоряжение, вот как у нас считали, вот есть какой-то документ, это решена проблема, это начало проблемы. То есть это только организационное мероприятие. Это для того, чтобы получить эффект, нужно провести работу, подготовить проекты, убедить их принять, потом обеспечить контроль за реализацией и только потом провести мониторинг, достигнут ли эффект. Вот это вот немногие понимают этого, особенно вновь пришедшие люди в органы власти. Еще может быть, собственно, у вас выше прозвучало также, что хотели бы представители бизнеса иметь своего представителя в исполкоме. Да. Есть приблизительно, ну я не знаю, да, перечень лиц, которые, это же сессия будет голосовать. Да. Это же нужно предложить и убедить депутатам, да, что ну вот есть перечень кандидатур, ну проголосуйте, кого-то поддержите. Есть уже понимание, кто персонально? Нет, мы будем предлагать несколько кандидатур, как вот мы опять же обсудят люди. То есть на самом деле человек, который... А ведь я прошу прощения, даже в действующем составе городского совета есть же тоже представители бизнеса разных уровней. Возможно, кто-то из них уже из действующих депутатов. Смотрите, мы опять с вами говорим о чем. У нас же есть история, да? У нас есть история прошлых лет. Когда человек говорит, поддержите меня, бизнес, и входили, достаточно предпринимателей входило. Но мы говорим, нам не нужен просто человек, которого мы любим, знаем, там, уважаем. Нет, он должен отстаивать, говорить. Вот, нам нужен человек не просто говорить, это должна быть обратная связь, как происходит исполком. То есть готовятся проекты решений. Члену исполкома эти проекты предоставляются. Но я не могу быть специалистом в маршрутках, в рекламе и так далее. Тогда он с этими проектами должен связаться именно с отраслевым советом. Вообще весь формат идет через советы, потому что ну, там обсуждение идет разных сфер. Допустим, люди специализируются в недвижимости. Он должен обсудить, он должен выработать позицию и озвучить ее.
исполком, как и сессия, имеет право принять, не принять, но это должна быть консолидированная позиция. Именно когда нет консолидированной позиции бизнеса, мы дальше будем говорить, вот и происходят те проблемы, которые происходят, забастовки и так дальше. Собственно, также вы призвали в социальных сетях тем, кто избирался, но не получил достаточной поддержки, ну и, собственно, призвали их также подключаться к активной работе, не огорчаться слишком сильно. Да, смотрите. Уже кто-то откликнулся? Да, есть люди, которые звонят, пишут. Ну, смотрите, мы прошли очень сложную кампанию. Да, непростая. То есть, собственно, есть люди, которые шли на те или иные должности властные, они между собой высказались друг другу. Есть люди, которые поддерживали один лагерь, другой лагерь. И очень важно, сейчас вот мы пришли к тому, что вот аминь. Сейчас мы избрали там городскую, областную власть. То есть нужно забыть все вот эти обиды, все эти эмоции, которые вот звучали. Я, собственно, не об этом. Да. Как да, могут реализоваться? Да. Вы, собственно, к чему призываете тех, кто не получил достаточной поддержки и вожделенный мандат депутата городского, районного, областного совета? Да. Смотрите, люди, которые шли в городскую, там, в областную власть, они шли для реализации каких-то своих проектов, каких-то своих задач, каких-то своих целей. Что это такое реализация? То есть это какая-то проблема, под нее готовится определенный документ, проект, он убеждает, допустим, либо исполком, либо сессию принятия и дальше реализуется. То есть если мы проанализируем, то есть сегодня... Законодательство Украины, как Конституция, так и закон о местном самоуправлении, он предоставляет право населению участвовать в принятии решений. И если мы проанализируем, опять же, прошлую каденцию, мы увидим, что есть ряд депутатов, которые меньше смогли провести каких-то решений или инициатив, чем люди, которые работали в общественных советах и так далее. То есть все зависело от желания и умения профессионально участвовать. То есть мы говорим сегодня людям, допустим, тем людям, которые не стали депутатами, тем общественникам, что если вы готовы к конструктивной работе, ну не просто критиковать и писать в Фейсбуке, мы вас приглашаем. Вот у нас в эту пятницу состоится онлайн такая коллегия, где будет участвовать и коалиция, и общественные советы. Мы приглашаем подключаться, это будет в 15:00. И мы готовы с вами вместе работать. Вот есть инструменты, которых я уже сказал, начинает исполкома, аппаратных, встречи с депутатскими фракциями, вместе с вами готовить проекты, вместе их с вами реализовать. Я не говорю, что есть и формат вот этого общественного бюджета. Есть много форм для активных людей участвовать в управлении, изменять город. Поэтому мы предлагаем в этот формат. Есть люди, которые уже подключаются. Но главное, нам достаточно профессионально подойти к этой теме. То есть это не значит, что будет какое-то аппаратное, и все будут звонить, задавать какие-то вопросы. Вот есть общественные советы, вы можете работать с ними, чтобы прийти уже с конкретным предложением, с конкретным документом. Вас этот формат не устраивает, вы можете создать сегодня общественный совет по своему направлению работать. То есть мы должны создать вот такое взаимодействие, которое позволит все-таки быть эффективными. Мы стремимся к эффективности. По пятнице, раз вы уже начали об этом говорить, как это технически будет происходить? Вот сейчас наш зритель, кто-то из, собственно, активных людей или желающих присоединиться к этим инициативам, ну, собственно, и хочет поучаствовать в этой онлайн-истории. Ну, то есть он должен что сделать? Я вам сейчас объясню. Через ваш Facebook? Я вам сейчас объясню. Как технически? Технически это будет очень просто. В большинстве городских группах, не считая наших страниц, будет эта публикация. Уважаемые жители, приглашаем вас принять участие в коллегии. И Zoom. То есть нам надо учиться сегодня всем работать в этом электронном формате. То есть в большинстве групп, самых таких распространенных, это объявление... Ну, например, ну, в большинстве их миллион. Николаев наш город. Угу. Николаев, можно поступить проще, зайти на мою страницу Ветрова, Артема Ващеленко, и вы найдете это все. Ну, то есть обычно мы очень широко это распространяем. Повестка дня уже где-то она опубликована. Да, повестка дня, я могу сказать, что повестка дня мы как раз будем обсуждать вот эти вот инструменты участия. Получать от людей, вот, допустим, некоторые люди заинтересовались, вот нас интересует, допустим, вопрос тендеров. Окей, давайте обсуждать. Каким образом, какая проблема, какой проект мы готовим, как мы участвуем. То есть, естественно, для бизнеса мы сказали, что для нас очень важно сейчас набрать предложения по работе бизнеса в карантинный вот этот вот период. Допустим, это первый будет вопрос. Дальше все вопросы, допустим, Олег Николаевич Абрамов занимается проблемой
оценки земли. Он готовит это направление, и сегодня тоже будет поручение соответствующее для того, чтобы этим заниматься. В понедельник, 7 декабря, президент Украины подписал закон, который, собственно, Верховная Рада перед этим проголосовала, направленный на поддержку малого бизнеса во время карантина. Мы видим, что, собственно, голосование сопровождалось протестными акциями, но они не прекратились. Почему? Ну, давайте вернемся к истории вообще этой проблемы. Год назад были приняты два закона, 1053, 1073, которые определяли одни введение РРО, второе кэшбэк. Кто не знает, я объясню, это как бы вознаграждение за донос на предпринимателя, если он не пользуется РРО. РРО и, это контрольно-кассовый аппарат. Да, да, то есть либо не выдал чек, ну в общем вся эта система. Бизнес, ну во-первых, опять же период карантина, во-вторых, проблема заключается в том, что это все сопровождается, кроме того, сложностями. Ну, попробуй, допустим, весь перечень товаров в мобильном телефоне включить на рынке, допустим. Либо там проблемы касаются тем, что там сумасшедшие штрафные санкции дают возможность, ну, отдельное такое фискальное давление, сопутствующее с этим коррупция. Вот смотрите, я лично на стороне предпринимателей, которые действительно в это сложное время, ну, куда еще и вот эти вот все вещи. Да. Конечно, протесты были обоснованы. Но теперь же нам власть говорит, ну подождите, мы же учли, мы же вам дали отсрочку. Значит, как говорится, петля уже на шее, но пока же мы ее не затягиваем. Да, табуретка смотрите, еще под ногами. Да, да. Значит, смотрите, и в протяжении года было проведено масса разных консультаций, разных встреч. Но они не привели ни к чему. Более того, я хочу напомнить, что регуляторная служба, фактически увольнение Ляпиной было связано с этим. То есть регуляторная служба тогда, когда готовился этот документ, то в чем проблема, опять же, этого документа, мы возвращаемся, почему нужен предприниматель при подготовке решения, когда мы говорили за исполком. То есть процедура регуляторная предполагает, когда готовится решение, это участие, скажем, бизнеса, субъектов хозяйственных, потребителей, для того, чтобы все-таки, ну, найти какие-то точки соприкосновения для того, чтобы это больно так не ударило по бизнесу. Этого не было. Служба написала свое запречение со всеми этими пунктами. В конце концов, Милованов, в то время министр экономики, и Гончарук, в то время премьер-министр, они ничего умнее не придумали, как снять Ляпину. И сегодня уже год так служба и не работает фактически. Там есть исполняющие обязанности, которые, ну, фактически службы нет. И вот она была уволена тогда. Но проблема не решилась. Сегодня лидеры, кстати, Майдана тоже и Ксения Ляпина, и Сергей Доротич, это руководитель нашего совета. Но пока никакой точки соприкосновения они не нашли с разработчиками. Были подготовлены три проекта закона, которые они предлагали, они общались. Но в результате все-таки были приняты законы, которые были предложены фракциями, и подписал вот Зинкевич. Значит, чтобы быть Зеленский. Зеленский. То есть что предполагают они? Ну, прежде всего, предоставление единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен. Это для наемных работников и для предпринимателей, ФОПа, если они в то время не работали, если были проблемы. Второе, это продление лицензии на алкоголь автоматически. Это продление договоров аренды коммунальной собственности и государственной собственности. Это погашение арендной платы, это некоторые штрафные санкции, но самое главное, они перенесли вот эту петлю, о которой вы говорите, просто на год для многих групп. И бизнес говорит, нас не решило, вы отсрочили только нашу смерть. То есть в чем основное столкновение, они вот выходят на все, на публичные площадки. Вот на прошлой неделе даже Шустер пригласил, участвовали и представители фискальных органов, они спорили. Разработчики говорят о том, что сегодня под вот эту упрощенную систему налогообложения, я тоже напомню, кстати, упрощенную систему налогообложения автор была Александра Кужель. И благодаря упрощенной системе налогообложения, как говорят, поднялись и достаточно много предпринимателей, которые сегодня имеют бизнес, благодаря вот этой лазейке, то, что их не дергали, то, что они платили фиксированные. И сегодня фактически это ликвидация упрощенной системы налогообложения. Но они говорят,
что сегодня под упрощенную систему налогообложения подходят некоторые супермаркеты, некоторые компании и уходят от налогов там и так далее. На что бизнес резонно говорит: так разбирайтесь с этими компаниями, а не со всеми людьми, которые там шьют маски, продают и так далее, вы создаете нам проблемы. Вы говорите о контрабандной продукции, но у вас есть таможня, которой вы не занимаетесь этой проблемой, вы решили в общем решить. Почему регуляторная процедура, которая существует во всех странах, ей дают такое важное значение? Потому что в процессе подготовки документов как-то происходит дифференцированная вещь. Но она не происходит. С президентом много раз хотели встретиться, он не встречается. А туда приходят те же люди, которые советчики, которые там гетьманцев и так далее. И вот продолжается, к чему это приведет? Но во время, вы сами сказали, во время карантина создавать такие проблемы бизнесу, кошмарить бизнес — это недопустимо. Мы не знаем, чем это все закончится. Есть разные подходы. Вот мы говорили, вы помните, вот вопрос, допустим, этого выходного дня. Да, вот ваше локдаун. Кстати, вот, я хотел спросить об этом. Так вот я вам хочу сказать. Я просто пример приведу. У нас, когда начался карантин, у нас какое было какая, в общем, процедура была в России? Они разрешили ходить в супермаркеты, а малый бизнес закрыли. Что делали в Польше органы власти? Они наоборот закрывали супермаркеты для того, чтобы за выходные малый бизнес как-то смог заработать. То есть вот мы говорим о чем. Должен быть подход все-таки такой вот экономически взвешенный. Если вводится какая-то норма, пожалуйста, вы власть, вы принимаете эту норму. Но вы должны выслушать, взвесить. А главное после этого проводить анализ и смотреть, что происходит. Потому что если этого не делается, принимаются решения, которые вред приносят не только бизнесу, они приносят вред населению, они приносят вред бюджету. Локдаун, собственно, остается в повестке дня. Остается в повестке дня. Единственное, что пока вот по срокам, ну, власть как-то твердо не сказала, это будет там до Нового года, сразу после Нового года, в каких числах, на какой промежуток времени. Ну, на самом деле, вот в том-то и проблема. И, собственно, и предпринимательно, вот в таком, да, что дальше. То есть, вы понимаете, есть такая неопределенность со всеми этими вещами, плюс еще фискальное давление, вот это непонятно. То есть, мы хотим сохранить бизнес, потому что многие страны говорят, что да, нам надо сохранить жизни, но мы не знаем, что для нас лучше, сохранять от жизни и делать ограничения, либо угробить наш бизнес. Поэтому это нужно понимать. И говоря, опять же, о вот этих вещах, о вот этом контакте, постоянном взаимодействии и общении с властью и с отраслями, которые мы говорим, через общение с фракциями, через участие там в исполкоме, через участие в аппаратных, мы как раз добиваемся того, чтобы мы, бизнес был на тесном вот таком вот связи с властью, вместе определять, как выходить. Не всегда, мы говорим, не всегда надо соглашаться с бизнесом, не всегда нужно соглашаться с населением, но всегда нужно взвешивать эти вещи и принимать взвешенное население. И если решение взвешенное, обсужденное, очень много было случаев, когда и бизнес с ним соглашается. Ну и подводя итог разговору, собственно, вы у нас один из инициаторов концепции развития реки маломерного судоходства в 2019-2030 годах. Ну, понятно, сейчас как бы зима, да. Меньше, да. Меньше востребованной нашей акватории, да, но это, весна же придет, для нас весна наступит. Менее актуально. Какие перспективы? Ну, смотрите, летом, опять же, учитывая все эти карантинные обоснования, мы достаточно активно работали с отраслями. Городской голова говорит, что он планирует построить марину на базе областного эхт-клуба. Как вам такая идея? Правильная идея. То есть, ну, на самом деле, марина предполагается не только на месте областного эхт-клуба. Мы общались с архитектором. Первое как бы место, где будет предоставлено для таких, для строительства подобных, это за намывом коса. Она уже там готова к этому. На самом деле, по обсуждением, которое мы обсуждали с бизнесом, с отраслями, которые связаны с морехозяйственным комплексом, у нас много мест, где они должны быть. На самом деле у нас, как в каждом городе, который связан с водой, у нас, в общем-то, марины должны быть в разных местах. То есть у нас есть много мест, но там надо определять глубины. Нам нужен сервис для обслуживания марин. То есть для того, чтобы сюда приехали яхтсмены, маломерщики, ну, необходимые условия. Вот поправьте меня, я, может быть, ну, в моем понимании, марина — это, среди прочего, место, где, собственно, судно может заправиться водой. Конечно. И горючим, соляркой. Конечно. Ну, то есть, как минимум, вот эти коммуникации. Нет, ну, на самом деле, марина — это комплекс услуг.
это стоянка, но это минимально. И это, да. То, что касается заправок, то мы обсуждали несколько мест. Это было с архитектором, с символом, приходили мореходы, которые знают, где какие глубины. Вы же понимаете, тут много вопросов, тут нужна глубина, тут нужен подъезд, нужны требования. На самом деле бизнес не особо идет, они не занимаются этой проблемой из-за двух причин. Мы говорим о заправке. Первая причина — это потому, что не все уверены, что это будет рентабельно. Во-вторых, сумасшедшие сложные экологические нормы, которые пройти очень сложно. Но для нас это крайне важно. Для нашей реки места для заправок, они, конечно, нужны. Я думаю, что мы будем решать, будем определять это. Сегодня я же говорю, что то, что касается прибрежной зоны, нужно определить места. Очень много людей приходят, хотят заниматься ремонтом, нужны доки людям. То есть мы должны, учитывая, что мы уже потеряли на какое-то долгое время вот это строительство и ремонт большегрузных судов, мы должны перейти на маломерное судоходство. И я говорил вам, вот эта идея заняться этой программой возникла у меня во Флориде 7 лет назад, когда я увидел, что все у них покупают маломерные суда, все обслуживаются там, все идут оттуда. У нас тоже строятся суда, у нас тоже здесь ремонт, и если мы создадим нормальные условия, к нам будет приезжать и обслуживаться значительное количество, скажем, и наших соседей, уже много одесситов стоят, потому что и стоянка здесь дешевле, но нам нужно создать условия для того, чтобы здесь были доступны мастера, для того, чтобы было... А вот Владимир Самойленко, собственно, человек тоже... Как, да, он со мной встречался. Понимающий в ветре и море. Он говорит, что, например, николаевцы и одесситы вообще зимуют в Турции. Не все. Есть разные люди. Смотря, это связано с тем, где человек привык отдыхать, куда ходить. У нас есть много людей, которые ездят за границей, там держат свои яхты. А достаточно людей, которые любят находиться здесь, скажем, я здесь люблю. Я имею в виду, судно зимует там. Нет, это хорошо, большое так все-таки. Ну и вот да. какие планы на 2021 год? Планы, прежде всего, опять же, одно из поручений, которое мы подготовили и предложим Александру Федоровичу Сенкевичу, это пришли новые люди, депутаты, да? Кроме того, к счастью, наверное, пришли люди, которые очень близки к морехозяйственному комплексу, к реке пришел Иванов. Там другие люди, Капацина пришли. И мы предложим сегодня, во-первых, нам надо обновить эту группу, чтобы пришли депутаты, которые должны войти. Мы должны поговорить с теми эксменами, которые хотят подключиться, некоторые, может, не хотят. То есть нам надо возобновить эту группу и дальше определить вместе. У нас сегодня по плану мы должны разработать план на 2 года, который будет определять уже конкретные мероприятия. По экологии, по безопасности, по морским школам, по прибрежной зоне, по яхтингу, по всем вопросам. Но тот год был достаточно активным, мы проводили встречи, и тогда городской глава встречался с их сменами, были многие такие вот встречи. Поэтому работу эту нужно продолжать, но единственное, я же говорю, что здесь важно понимать, что с одной стороны достаточно много от этого будет, значит, от того, насколько активных людей будет в этом участвовать, и понимание того, что сегодня мы понимаем, что бюджет городской, в общем-то, на многом не может финансировать эти мероприятия, учитывая все эти ситуации. Поэтому сегодня мы с Артемом Василенко активно работаем над тем, чтобы привлечь какие-то проекты, и это возможно, для того, чтобы они помогли либо технически, либо нашли какую-то форму другого сотрудничества, для того, чтобы мы все-таки эту тему толкали, потому что река для нас – это очень важный вопрос. У нас самая длинная береговая линия, и развитие города во многом зависит от того, насколько эффективно мы ее используем. Валерий Ветров, представник громадской ради при Державній регуляторній службі України, будь нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам, до побачення.